Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Мария Фея. Представляю вашему вниманию технику Яр-Мар «Прости и отпусти прошлые обиды и получи свое благословение». Данная техника предназначена и для мужчин, и для женщин. Авторы техники – Ярослав Мудро-Воронцов и Мария Фея. Эта техника изменит вашу жизнь. Она поможет вам простить прошлые обиды, отпустить их, освободить свое пространство, очистить свое сердце от негативных эмоций и наполнить его новыми, яркими, положительными эмоциями. Открыть свое сердце для безусловной любви и наполнить его безусловной любовью. И только в этом состоянии вы поймете, насколько качественно, искренне и сердечно начнется ваша жизнь. Прежде всего хочу выразить слова благодарности автору техники Ярославу Мудро-Воронцову, вдохновившему меня на создание полной техники прощения. Выразить слова благодарности моим родным и близким, которые стали участниками процесса, когда я полноценно проходила эту технику. Выразить слова благодарности людям, которые уже прошли эту технику, изменили свою жизнь. А также выразить слова благодарности людям, которые, пройдя эту технику, изменят свою жизнь в будущем. Почему важно пройти эту технику? И для чего вообще прохождение техники прощения? Для чего техника прощения нужна в вашей жизни? Я поделюсь своим собственным опытом. У меня за моими плечами 10-летний брак. После развода с мужем интуитивно я чувствовала, что мне очень важно очистить свое пространство, очистить свою жизнь, свои мысли от негативных эмоций, избавиться от всех деталей, которые каким-то образом мне напоминали о моих прошлых отношениях, о моей прошлой жизни. И на уровне ощущения интуиции я стала это внедрять в свою жизнь. Я очищала пространство, я очищала свои мысли, но мне этого было недостаточно. Тогда, когда я очистила все, у меня было такое впечатление, что я что-то до конца не сделала. И все равно отношения, которые были в моей жизни, они тонкой ниточкой все равно меня сопровождают, хотя я очень хочу от них очиститься и избавиться. И по невероятной случайности я познакомилась с Ярославом Мудро-Воронцовым, который порекомендовал мне пройти технику прощения. И когда я увидела, что она из себя представляет, я почувствовала, что это именно то, что нужно мне было в тот момент. И пошагово я стала выполнять эту технику, но делала это с полной ответственностью. На первом этапе, на первом шаге физического выветривания, очищения, я сразу же столкнулась со сложностями. Я никак не могла воспроизвести обиды по отношению к своему бывшему мужу. Так, словно у меня не было никаких обид. Как будто я уже давно его простила, и мне не за что ему на него обижаться. Но на самом деле обиды настолько глубинно были в моем подсознании, что я даже не могла их выразить и воспроизвести, и озвучить. Очень долго я решалась это сделать. Но в итоге, когда я сказала первое предложение, обиды словно рекой стали литься из меня. Я выражала весь свой негатив. Выражала все свои эмоции, гнев, агрессию, раздражение. Это было очень сложно для меня. Но, дорогие друзья, какое было облегчение, когда я это воспроизвела и отпустила из своего сердца. Поэтому на первом шаге, даже если вам покажется, что где-то в глубине души вы уже давно простили и отпустили своих обидчиков, почувствуйте искреннее свое состояние и поймите, что, возможно, где-то обиды настолько глубинно в вас внутри, что это невозможно даже воспроизвести.
я желаю вам сделать хотя бы первые шаги, первые предложения и озвучить эти обиды. Тогда вы поймете, насколько важно очистить свое сердце от старых обид, очистить свое сознание, очистить себя, свою душу и дать возможность наполниться новыми и положительными эмоциями. На втором шаге, когда уже важно было воспроизвести письменно свои обиды и сделать глубинный анализ обид, стало легче, я уже могла воспроизвести это и делать это с полной ответственностью. Очень интересный третий шаг. Тогда, когда ты выполняешь технику прокурор и адвокат, и у тебя есть возможность посмотреть на свою обиду с разных сторон. Со стороны прокурора, предъявляя претензии, со стороны адвоката, предъявляя защиту претензиям, которые выразил прокурор. Четвертый шаг представляет собой технику извинения. Как важно попросить прощения у своего обидчика и научиться извинять. Пятый шаг – практика искреннего и сердечного прощения. Шестой шаг – практика очищения. Седьмой шаг – практика поклонов, который выполняется 40 дней подряд. Седьмой шаг – это седьмой шаг. Восьмой шаг – практика сердечного очищения. Девятый шаг – практика благодарения. И десятый шаг – это практика освобождения. После того, как я пошагово прошла всю технику, я поняла, насколько важно было мне это сделать в жизни, насколько мое сердце было закрыто, насколько я его закрыла своими обидами, как будто попала в страну жертв, где было только одно осуждение, и какими красками я видела свою жизнь на тот момент. Поэтому, дорогие друзья, очень важно осознать, понять, что на самом деле обиды в вашей жизни даны вам как самый настоящий искренний урок. И обидчик, который осуществил обиду, и вы на него сердитесь, злитесь, не даете возможность ему показать себя с другой стороны, на самом деле это самый искренний и добрый ваш учитель, который вам явно показывал, на что вам стоит обратить внимание, что вам нужно в себе развить, какое женское качество, какое мужское качество. Может быть, обидчик показывал вам на то, чтобы вы наконец начали любить себя, или прислушиваться к себе, или чувствовать себя, или наконец развивать в себе женственность или мужественность. У каждого это будет по-разному, но на самом деле все события в нашей жизни даются ради нашего блага. Только не всегда это сразу видно. И я искренне желаю вам пройти технику прощения полноценно для того, чтобы понять, не почему со мной это произошло, а для чего это было дано в моей жизни. Какой урок я могу вынести из этой обиды? Поблагодарить своего учителя и участника в роли обидчика и дать возможность наполнить свое сердце безусловной любовью, наполнить себя, наполнить свое сознание и перейти на другой уровень осознанности. Я искренне и сердечно желаю каждому, кто будет просматривать это видео, пройти технику прощения от начала и до конца. Пусть с каждым шагом вы будете чувствовать легкость, перелив энергии, сил и понимать, насколько важно это сделать в вашей жизни. Будьте честны перед самими собой и делайте это с полной ответственностью и вниманием.
И именно в этот момент вы почувствуете, насколько важно пройти технику и открыть свое сердце для новых, радостных, счастливых событий. Я желаю вам сердечного прохождения техники. Делайте это искренне и с полной ответственностью. А с вами была Марифея. И представление, презентация проекта «Ярмар. Техника прощения». Прости, отпусти прошлые обиды и получи свое благословение. Авторы Ярослав Мудр-Воронцов и Марифея. Я желаю всем счастья, любви и света. С вами была Марифея. Сделано с любовью.